Всем добрый день. Сегодня хотел бы произвести обзор на комплект бит от Bosch на шуруповерт. Вот приобрел вот такой комплект в ДНС. 2000 стоил, со скидкой обошелся 1500 рублей. У меня был вот такой наборчик с реверсированной отверточкой. Ну, вроде все хорошо, но что-то как-то не лежит душа, хочется оригинал. Вот такой у нас шуруповерт от Bosch. Вот для него мы купили. Сейчас откроем, посмотрим, что там будет внутри. На первый взгляд все очень красиво, качественно. Упаковочка такая приятная. Вот он кейсик у нас. Ну, пластик не глянцевый, такой матовый. Приятный, не скользкий. Резиновое покрытие. Видимо, чтобы не скользил. Ну, внутри ничего не брякает, как слышите. Не тяжелый, такой хорошенький. Ну, пожалуйста. Битки здесь удлиненные есть. Взял его из-за того, что здесь есть комплект удлиненных биток. Потому что отдельно покупать, чтобы не валялись, не терялись, не хочется. Вот такой фиксатор здесь есть с магнитиком внутри. Все смазано. В масле все. Здесь поверхность поцарапана. Но я бы не сказал, что она смазана, суховатая здесь. Вытаскивается все довольно мягко. Вроде все качественно выглядит. Ну, в работе, конечно, проверим. Ну, головки достаются без труда. Головки как бы хорошо вылазят. Сейчас посмотрим, как вставляется. Вставляется тоже достаточно хорошо. Здесь картиночка, как вставляется. Сейчас мы попробуем проверить. Допустим, через удлинитель возьмем, поставим удлинитель. И длинную насадочку. Сейчас поставим длинную в нее и проверим, будет люфт болтаться бита или будет ровно ходить. Ну, как видите, разброса в принципе нету, садится очень хорошо. Сейчас посмотрим крестовую. Сейчас поставим ее сюда. Ну да, крутит, в принципе, приятно. То есть не разбрасывает, не люфтит. Сейчас посмотрим вот эту головочку. Тоже все достаточно ровно, как знаете, бывает купишь, а ее болтает во все стороны и закручивать совершенно невозможно, все искривляется. Ну да, все ровненько работает, я думаю, все будет ништяк. Глянцевое, конечно, покрытие вот это меня смущает, но слава богу, оно только на вот этом переходничке, везде остальное все матовое. Не, думаю, не будет ржаветь. Буду надеяться на хорошее качество все-таки. Ну, посмотрим, как она себя покажет в быту. Здесь получается на 10, на 8 головочка и на 6. В принципе, можно ей даже болтики крутить. Я думаю, что еще показать. Ну, вроде все замечательно. Мне пока нравится. Как покажет себя в работе, мы покажем вам потом. Ну, советую. Мне как бы нравится. Нету здесь стеклышка, знаете, как вот многие продаются, что-то видно биты. Но оно так небезопасно, можно его легко побить. Здесь вроде как бы на внешний вид очень крепко. Самое главное, что внутри ничего не болтается. Открывается очень легко. И достаются битки, в принципе, без проблем. Я смотрел обзор, где-то там писалось, что очень тяжело бывает доставать биты и приходится брать длинный удлинитель. Ну, как видите, ну, без проблем.
Вставлять тоже не проблема, вот просто воткнул ее и повернул. Количество предметов, конечно, я не считал. Здесь, наверное, где-то написано 43, наверное, я так понимаю. Советую. Очень-очень удобная тема. Не жалею, что купил. Ну, посмотрим в работе, как себя покажет. Ну, чтобы вы понимали, вот смотрите. Я думаю, вот это куда компактней и удобнее будет.